Цены на бензин в Красноярском крае продолжают расти. Напомним, ранее эксперты прогнозировали значительное увеличение цен на горючее в течение всего года. На прошлой неделе цены на топливо в Канске поднимали дважды. Пару дней назад стоимость бензина вновь подскочила. Сеть заправок «Газпромнефть» вновь подняла цены на топливо. Стоимость одной из самых ходовых марок бензина, АИ-92, за неделю повысилась на 30 копеек. Теперь она составляет 38 рублей 35 копеек. Цена на 95-й бензин установилась в размере 40 рублей 40 копеек. Самая высокая стоимость у бензина 98-й марки. Она составляет без 10 копеек 45 рублей. Дизельное топливо на «Газпроме» обойдется в 43 рубля 25 копеек. Конкуренты пока не торопятся менять ценники. Потолок цен на топливо уже преодолен, считают эксперты. Однако акцизы на горючее в этом году еще будут повышаться. Первое увеличение уже произошло 1 января, второе еще впереди и запланировано на 1 июля. При этом ФАС уверяет, что розничные цены на бензин будут меняться темпами, близкими к темпам инфляции.